мой друг Игорь Коробей. Можно, можете нас познакомить? Да. Я давно мечтал познакомиться с вами, Игорь. Ребята, на самом деле сегодня Юля Беретта. День рождения, это понятно. А, Виктор Дробыш. Да. Это Виктор Дробыш. Нет, это Елена Батурина. После смены пола. Давайте, я так хочу сказать, Игорь, ты меня поставишь 7-го. Сейчас мы про Юлю говорим. Юль, прости, что так получилось, что день рождения у меня сегодня. Это потрясающий мой друг Игорь. Вы еще увидите не раз нас вместе, друзья мои. Да. Потому что мы друзья. И не только в этом месте, но и во всех остальных местах. Да, передаю слово Игорю. Давай. Игорян, привет. Привет, дорогой. Не будем никому втирать, что мы не знакомы. Друзья мои, это известнейший режиссер еще с начала 80-х годов, который снимал очень интересные фильмы и клипы. Клипы артистам, а фильмы об артистах. И художественное кино, и сериалы. И мюзиклы. И мюзиклы, и документальное кино. Что еще? Я снимал все. Осталось снять трэш, блядь. Осталось снять фильм о тебе. Фильм о фильме, блядь. Игорян, что нового? А, нового много, но я снялся сейчас в качестве актера в клипе Юли Беретты. Но я могу сказать, что я себе никогда не позволяю сниматься в своих работах. Поэтому для меня это был первый и очень смелый опыт. И, во-первых, это позволило мне объединиться с моими артистами. Потому что у Юли в клипе снимались все те, кто ее любят. Мы одна команда. И мне было это очень приятно. Скажи мне, вот там в большом СМС было написано, что дресс-код 60-й. По-моему, ты один пришел здесь в 60-м. Я, видишь? Да. Но ты не видишь еще ботинки. Ботинки вообще угар. Если мы уроним камеру, то увидят твои ботинки. Они похожи на лыжные ботинки, которым, знаешь, такие фигни были. Ты посмотри, здесь оленьий мех. Черный. Ты видишь, какие? Да. А зрители не видят. Тебе нравится? Очень нравится, Игорь. Это очень стильно. Во-первых, мне кажется, настало время, когда у всех в гардеробе скопилось огромное количество всякой одежды. И, по-моему, надо начинать уже как-то ее применять по назначению. Если, конечно, ее не съела моль. Такой секонд-хенд. А давай такую херню откроем. Не Мосфильм, а там типа какая-нибудь фигня. Типа... Актерский секонд-хенд. Да. Это, здесь капельки пота и бухла с костюма того-то. Да. Это помада с губ той актрисы или с той-то звезды, правильно? Упала в толчок, ее достали и сейчас вам дадут. Кто достал? Кто? А вот кто достал? Да. Игорь, скажи еще такой момент. Мы собираем маленькие поздравления с наступающим Новым годом, потом вас потом хрен сыщешь. Давай поздравим страну с 13-м. Наступающим. Страна, я поздравляю тебя с наступающим новым 2013 годом. Я хочу сказать, что конец света – это не конец света, а только начало света. Страна, верь, и все будет. Исполнится желание, исполнится надежды, здоровья, счастья и процветания вам. Ура! Ура, друзья! Ура! Игорь Коробейников, известный режиссер, а значит, заслуженный режиссер России. Заслуженный деятель искусства. Искусств. Игорь Коробейников, друзья. Я надеюсь...